26 декабря 2015 год, Харьков, 17:13 по Киеву. Несколько минут назад зажгли елочку новогоднюю. Красота. Огнедышащий дракон у нас какой-то, комната ужаса или что-то такое. Ну, в общем, праздник в разгаре. До Нового года еще несколько дней, но народа уже море. Коняшки. Сегодня суббота, выходной. Народа побольше еще именно поэтому, наверное. Вон он, дракончик. Красиво, красиво. Там что? Там у нас целый ипподром был лошадей. Каток достраивали, пока не запустили. Ну, конечно, елочка впечатляет. По-моему, самая высокая на данный момент новогодняя елка в Украине. 36,5 метра, насколько я помню. Танцевать? Я придумал! Ребята, а давайте ей поможем! Подняли повыше ручки и хлопаем ладоши все вместе! Каток с рекламой Рошена. Заливать, наверное, будут сиропом. Сосновый.
практически идентичных знака. Я люблю Харьков. Я люблю пинкейкс, пинкейки. Мы вместе, квака, духа, жука, будем есть. Любителей Харькова явно гораздо больше. Я обещаю. Жука!